А вы, блядь, а не интернет. Ебать, а тут люди живут, что ли? Ух, ебать, там еще и люди живут, пиздец. Да, твой сейчас привезу. Мне в описании канал есть. Да я слоты пытаюсь поймать. Как придурок теперь за слотами слежу. Надо было раньше следить, а я все проебал. Изначальная стоимость 50 рублей. 50 рублей фикса от 15 до 45 рублей за километр. Какой 0,9, блядь? Ну какой 0,9? Где мои кэфы? Сука. Ни одного кэфа нету. Нет, да кэф-то сегодня нормальный. Опа. Вау. Я кайф. Меньше единицы я вообще не буду на работу выходить, нахуй надо. Я лучше дома посижу. Угодно сделать, но я надеюсь, такого не будет. Я надеюсь, что даже так такого у нас все-таки не будет. Ну, в Ростове. А то это ж пиздец будет. Не может быть курьеров нехватка, не может быть, что нет слотов. Это я что-то, видимо, проебался, кнопку не нажал продлить. Через 5 минут, брат. Ну, 10 где-то, ладно. Через 10, 5, 5, 20, через 20 минут. 20 минут где-то, брат, потерпи. Да, 20. Короче, на понедельник 0,9, на вторник 0,8. Да, брат, хорошо, я понял. Может, не повторяй по 100 раз. Шамада вообще на этих наушниках нет, они конченые в этом плане. Но я их взял из-за того, что надо, чтобы слышать вокруг, что происходит, я поэтому взял... Вот именно с Xiaomi Rock Retro, чтобы улицу слышать и чат слышать, понял? Специально такие наушники. Короче, я походу выходной буду на следующую неделю. Вообще никто слот не скидывает, ни один, сука. Хоть бы кто скинул, но хоть один слот. Ни одного слота нет, ты представляешь? Вообще ни одного. Конечно, слот — это смена в Яндекс.Сиде. Не словил, да, я придурок, проебался. Очень грущу и не знаю теперь, как быть с этим делом. Походу, хуевая была интеграция, и мне не походу все. Не заплатят и не дадут слоты. Короче, я что-то сделал не так. Братишка. Здорово. Присель. Вот теперь не знаю, что делать. У конкурентов, типа, устроиться в другую доставку. Так мне не хочется в другую. Мне в Яндексе хорошо, как будто, нет?
Не-не, на 0,9 я не выйду. Не, сначала подумал, потом привезу, братан, сори. Надо, я параллельно думаю и везу. Расслабься, расслабь булки, брат, скоро чебуреки приедут. Каких? В смысле поисковиков? Это что значит? Не, в Яндекс.Смену вообще херня полная, ты шо? Там же копейки платят. Ну не копейки, но меньше, чем надо. Мне надо больше. Ну это, наверное, образно, типа, что я параллельно что-то делаю. Братан, так я по времени всегда успеваю. Я четко приезжаю по времени. А с кем? А, со мной или с ним? Ладно, не важно. Девочка с хвостом идет. А тут вообще жопа по Станиславскому ездить. Я не люблю эту улицу. Она неудобная. Эти рельсы ебаные. Еще упасть можно с них. Тачки рядом справа стоят. Но он типа пошутил, типа поисковик, типа параллельно что-то делаешь и медленно приезжаешь. Так я быстро приезжаю всегда. Колено, бля. Откуда столько тли стало резко? Не было тли столько, сука. Бля, как же стрёмно ехать возле вот этих припаркованных машин. Хочется разогнаться, а если, сука, кто-то дверь откроет, мне ж, блядь, уйти даже некуда, тут рельса ебаная, я упаду. Так стрёмно, пиздец. Тля заебала, еще в глаза лезет. Без платов мне нельзя возить. А, можно, ну тогда это будет 50 рублей за заказ, 100 рублей. То есть это вообще ни о чем. Поэтому стрёмно очень. Заходи в ТГ мой, там отчеты есть. Чекай отчеты, брат. Чекай отчеты. ТГ. Блядь. Ни одного нормального слота, сука. Бля, я еще кое-что не сделал, забыл. Проебался. Сейчас я поверну. Передвигаюсь на велике. О, спасибо. Этот кустики по... Кусты быстро поставить, бегаю. Сейчас, потерпите, ребят. А то я поставить забыл. Дома старые? Так это старый город, это центр города. У нас весь центр такой. Нет, брат, это я экран выключу. Сейчас я пасу. Выключил, выключил. Бот, это бесполезный бот. Пробовал. Снова здравствуйте.
обувь поменять и скейт оставить дома. Сейчас, секунду, ребят. А, мне что-то штуку надо будет прикрепить, да? Опа. Вот это хорошо. Опа. Перебую сейчас. Так, все, погнали. Ой, хоть переобулся. Все, погнали. Дальше. Оригинальный аккум. И вперед. Продуктовые зоомагазины, да. Все, до свидания. В Яндексе, да, все, что подключено, то и дает. Абсолютно все, брат. Вот все, что подключено, все будет даваться, понял? И зоомагазины, и лента, и магнит, и... Все, что подключено. Я знаю, что видео нет. Фух. Блядь, и рот ваш нахуй. Я про NPC GTA 5 RP, извиняюсь. А тут NPC мешают проехать. Очень удобно по этим рельсам ебаным ездить. А тут пробка какая-то, что за хуйня? Сейчас камеру включу, сейчас. Ау. Бля, 25%. Как она так быстро тратится, не понимаю. РП, вот он, вот он.
Погодка, ну такое. Сегодня какой-то ветер ебейший. Что, еще что-нибудь? Там вон канавку прорвало опять. Вонь течет опять все. Нет, конечно. Мое мнение, красавчик. Марку приятного аппетита. Переобулся, кто спрашивал. Вот они. С помоечки. Оригинальные Nike Air. Нет, сначала ты... Сначала ты регаешься, делаешь ревку, берешь в аренду велик. Почему в аренду? Чтобы протестировать, надо ли оно вообще тебе. Тестируешь город свой по ревке, по моей, на арендованном велике. Я по всему городу. Если все устраивает, ревка, в описании канала можно протестировать заработок, братанчик, из какая ревка в твоем городе. Ты все тестируешь, смотришь, если все устраивает, покупаешь велик. Мой зритель выполнил ревку и сейчас вот купил себе, кстати, Минако Монстра. Я забыл вчера пост выложить, хотел типа порадоваться за зрителя своего, не успел, забыл. Вот он купил себе такой же, как у меня, Минако Монстр, говорит вообще с кайфом. Вот он мой реферал, так что вообще имба. Но это опять же ему нравится в его городе работать. В другом городе я хз как будет. Самозанятого? Нет, сразу не надо, по рефералке все будешь делать. Там все тебя будет это, по ступеням тебя направлять будут, что делать. Заранее ничего лучше не делай. Блять, что капает? Дождь пошел. Смотри, дождь. Что за капли, блять? Я думал, дождь пошел. О, господи, уже слеза кроет. О, открыта дверь, как хорошо. Ее покрасили, что ли? А, дверь покрасили просто. Красочкой запахло. Ваня Шиза, это точно. Дуй, сдувай интернет. Давай, 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 дуй, 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 чтоб интернет упал. Давай, давай, давай. Спасибо, ветер, спасибо, пизданул мне интернет. Самозанятого регай в мой, да, можешь мой налог скачать, зарегаться самозанятым, потом просто подключишь партнеру Яндекс.Еду и все. Кстати, да, можешь заранее сделать, если очень хочется. А еще я колесо, походу, пробил. А, не, показалось. Да, можешь зарегать, в принципе, все. Позорно. Первый раз этим какой-то дом маленький доставляю. Впервые. Кипировки, кипировки. А, да это с экспрайса за 250 рублей. Кстати, конченые очень. Ну, дешевые зато. Они не держат, уже все калашматятся. Ревки имею половину. Ты с меня имеешь половину ревки, я с тебя имею половину ревки. Я просто ревку, которую мне приходит за тебя. Просто делю пополам и все. Начальники мои меня смотрят. Все может быть. Все может быть. Походу, да. Походу, меня начальник смотрит. Жопа мне. Доездился. Третьей половины нету, две половины. Я пополам 50 на 50 делю с рефералом. Поэтому все очень даже уважительно. Многие вообще просто свою ревку рекламируют, даже ничего не дают. А я еще и дай. Знак уважения. Чтобы мои коллеги и вообще через меня... Ну, время, кстати, так урезали мне. Много плановых слотов? Нет, вообще ни одного нету. В том-то дело, что... Привет, hello, my friend. В том-то дело, что... Вообще ни одного не дали, представляешь? Вообще ни одного слота никто не выкинул. Я как дурак теперь просто листаю слоты и жду, когда кто-то хоть какой-то выкинет. Вот
какая-то инсталляция. Гляньте, как прикольно выглядит. Ну, какая инсталляция прикольная. Да? Есть? Реальная инсталляция, как бы. А, я еще 10 рублей девочке не дал. А я и забыл про это. Не, ну и прикольно. Как музей, знаете, в каком-то. А тут один подъезд, да? Идет. Здравствуйте. А я с Яндекс.ЕД. Я во вторую. Я во вторую. Во вторую вы не подниметесь, у меня крышка. А, тут нельзя подниматься на этаж? Без ёмочки. А консьерж не знаете, куда ушел? Она, я ей позвонила, она сейчас подойдет. А, ёма, все, тогда жду тут. Понял, спасибо, спасибо. Так, ну раз уж такое дело, давайте немножко проведем интеграцию. Да, нет, ну безусловно, конечно. Не, я понимаю, во вторую, конечно. Так, ладно, давайте проведем небольшую интеграцию. А то меня точно уволят в этот раз уже. Дорогие зрители, рад приветствовать вас на канале Вани Меладзе. И вы пришли ко мне правильно, потому что кто мы? Яндекс.Еда. Привет, это ты? Здравствуйте. Так, все, интеграции не будет. Я во вторую. Сказали, что у вас нельзя просто так подняться никуда. Не, она уже забрала. Тут мне вот, вот. Хорошо, это во вторую? Да. Туда. Тут нельзя, типа, подниматься у вас просто так. Тогда сумку тут оставить, что я буду ее таскать? Это не это дело. Хотя вы можете прихватить рика. Там рис. Какой-то рис. Так, а я как это произойдет? До свидания. Оскорбинки какие-то. Выжил, все хорошо. Оскорбинку, есть желание скушать? Так, и что ж мне со слотами-то делать, а? Что ж мне со слотами-то делать? Ни одного слота нету на следующую неделю нормального. Микрофон пиздец, ну извините, подвиньтесь. Галимый шамодав на айфоне, ничего не могу сделать. 1,5. Блять. 1,5. Быстрей. О, поймал. Фу. Поймал, парни, по 1,5 поймал. Не, по дефолту. Поймал, 1,5. Всегда лутик. Повезло. Бум. Два дня поймал. Да, продлить можно.
Что-то? Не, мы такое осуждаем. Ага, я понял. Дети шарят, походу. Дети даже маленькие гранаты видели? Прикол. Это как? Вообще 1,5 это мало, мне бы побольше по-хорошему, конечно. Мне бы, конечно, побольше бы, конечно, что-то 1,5 тоже маловато, конечно, но... Слушай, я что-то говорю, мне хоть что-то поймал, да? А уже жалуюсь, что даже мало. Да 1,9 бы уже поймать. 2,0 надо. Хотя бы 2,0. Что такое полтора? Это тоже мало. Я на первом этаже живу, у меня проблем нету. Так нет, прикол, смотрите, вот на следующую неделю, текущий, ой, блядь, сейчас покажу вам пожелания свои. Далее, 10-16 июня, где с интернет уже? Что за хуйня? Вот, жалуюсь, смотрите, да, блядь, интернет упал, если не работает, блядь. Этот интернет держит, ходимый. Пиздец. Даже, пожалуйста, не могу показать вам ничего. Блядь, это работает. Ты, зараза. Смотрите, что покажу сейчас. Сейчас встану. Ля, жалуюсь, смотрите, жалуюсь. Смотрите, жалуюсь. Вот, пожелания мои на следующую неделю. Смотрите. Пожелания. Теперь смотрите, захожу в расписание. Смотри. Где? Где, сука, хоть один? Вот это я сейчас уже поймал по 1,5. Где мои пожелания? А? Ни одного пожелания нет, ты представляешь? Так, сколько мы там заработали с вами? 3,3,6,6. О, нормально. Мы за один заказ получили. Это мы что, сейчас за 800 рублей за заказ получили или это пиздёж? А, это я просто вам не писал. От заказов, оказывается, у меня уже. Звук говно, я знаю, ничего с этим не могу сделать. От заказов 3,3,6,6. Касса больше денег, я вас всех обманул. Так, ну короче, я без слотов остаюсь. 0,9, 0,6, 0,6, 0,9, 0,9. Не в студии, да, извините, я не Марго, а Камоли вам. Чтоб тот звук хороший был. Я курьер. 1,6! 1,6! О, слава богу. Просто дурка ебаная. Как собак кручу, как будто бы, блядь. На 50 рублей 100 тысяч выигрываю. Пиздец, блядь. Дурка. Вы видели, как поймал резко? Самая быстрая рука в Ростове-на-Дону. Гляньте, что поймал. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Глянь, что поймал. Выгорел, постоянно выгораю. Но у меня выбора нет. Блядь, да чего вы возле меня ездите так близко? Блядь, больше проехать негде. Ездить туда с таблетной, это синей машине идет нехуй. Так. Ну что, сейчас что-нибудь поймаем, пацаны. Еще неделя будет целая, чтобы что-нибудь ловить. Интеграция? Уже поздно, я уже проебал. Мне уже написали, что я долбоеб. Так, вот, привет, брат, привет. Сейчас будет самая лучшая интеграция. Не, это по рекомендациям сегодня должны были упасть. Сейчас я поймаю. О, блин, я еще не потапал хомяков. И Катизен не потапал. Ё-моё. Все позабыл с этой работой. О! Коты не работают, померли. Ладно, давайте. Мимичи тогда. А?
Ё-моё. Я думал, мне говорят. Я чуть сейчас не обосрался, думал, сейчас уже по голове дадут. Фух, не мне, слава богу. Я уже хотел убегать. Извиняться. Чуть у нас штаны не наложил. Просто новые, с помоечки. Это оригинальные эйры. У нас в Ростове просто всегда выкидывают только оригинальные вещи. Какой ПТВС, БВС? Как? Нет, у меня на всю стоит. Вот, смотри. У меня на всю неделю стоял. Не писюн, а рекомендации. Я поймал только 1.6, вот 1.5 пока. Малыш. Скоро выиграю уже 4-го босса. Нефы? Сейчас покажу. Куда медленнее, я так вот медленно все показываю. Так, кефы показать, сейчас покажу, брат. Так, 10-го вот такие, 11-го вот такие, 12-го вот такие. Яндекс.Сити. Я бы на ноткоине сейчас покажу. Я не заработал, я не вывожу их. Ну, вообще 24 тысячи ноткоинов заработал. Выглядит это вот так. 24 тысячи, 183 ноткоина, 11 копеек ноткоина, 85 сотых копеек ноткоина. А поймать я успел. Получается 1.6, 1.5. Да не буду я такое брать. Бим-бим-бум-бум. Не покажу, нет, я лучше дома посижу. Ты что, сумасшедший, что ли? Мне заказы не приходят, ни один заказ не пришел до сих пор. Где у пацана какая штука? Вау! О боже, что происходит? Порезки кто? О нет, пришло. Лучше бы не приходил. А, в центр шикарный заказ, ладно, молчу. Завтра, да, будет. Где посмотреть, уже все, уже поздно. Уже поздно. Ладно, поехали, заказ пришел. 22 минуты дали, ого. Автоприем, да, братан. Почему у него? Ты у меня спрашиваешь. Ты типа у зрителей спрашиваешь? Ты уж у меня можешь напрямую смотреть. Братан, ты что, я же тебе отвечу. Я же не этот, не ЧСВ. Блин, у меня штаны спадают, пипец. 50 тысяч стоит, в описании есть ответы на вопросы. Ну в смысле, я же говорю, была первая фаза, ты просрал первую фазу, мы уже все получили. Сейчас вторая фаза, заходи в ноткоин бот и фарми вторую фазу. Там, дай бог, за неделю будет 0,3 ноткоина. Все, братан, забудь про ноткоины, они уже... пока вторая фаза, бета-версия такое себе. Пытайся бета-версию фармить, может что-то получится, но я не уверен, брат. Это не факт. Так, а что тут опять что-то течет? Ага. Хоть не саки текут, я надеюсь. Да я везде все уже пациент, все знаю уже. Тут знать-то особо и нечего. Мы опять моча потекла или что это. Давайте объедем. С хомяком? Хомяка тапай, никто не запрещает. Ай, до Вестакома. А, просто из интереса, где я взял. Ну, я тапал первую фазу, приглашал зрителей, тапал, натапал 24 тысячи. Как долго живу? 29 лет живу в Ростове. А что? Ты про говор что-то хочешь спросить, братанчик? Ой, женщина. Ой-ой.
Ой-ой-ой, страшно. Жить планирую очень миллион много лет, я миллионер. И миллион лет буду, я криптомиллионер. Я куплю бессмертие просто и все. В чем проблема? Не вижу проблем. Спасибо. Нет, хомяк ноткоины не дает. К сожалению, а было бы неплохо на самом деле, если бы давал. Бля, саки растеклись, как жестко. Я же говорю, ты все упустил уже, забудь. Конечно, помню. 90 рублей в час, 40-60 за заказ. Ой, пардон. О, блюм у меня, кстати, 28 тысяч. Так, давайте я вам рефок своих надаю, какие есть у меня. Залетайте. Поддержите брата Ивана. Давайте вам сейчас хомяков дам, кто не играет. Ну, замата понятно, что побольше, конечно. Так, френды. Так, пригласить друга хомяков. Ловите, братья и сестры. Так, это хомяки полетели. Залетайте, братья и сестры. Поехали дальше. Мимифи. Залетайте. Кого брал? В смысле, где? Я же сказал тебе, в приложении бот, ноткоин бот. Я же ответил. Грейдовую систему, я же про нее и говорю, да, братанчик. Я на грейдовой в 19 году устраивался, была грейдовая система еще. Так, и сейчас дам, еще Катизен дам. Я не пойму, это реально реки текут, гляньте, пиздец. А, ебать, ля! Ля, прорвало! Моча поплыла! Ля! Сейчас покажу, пацаны. Ля! Ля! Ха-ха! Вам видно, не? Сейчас. Сейчас покажу. Ля, моча! Ля! Ля, родимая! Ля! Смотреть в 4К без регистрации мочу. Блин, в Ростове можно смотреть на три вещи вечно. На пробки, на безумный ветер и на ебаные саки на дорогах. Пиздец, блядь. Ой, извиняюсь. Так я люблю, да. Ладно, я пошутил. На самом деле это не саки, это, судя по запаху, это либо вода обычная, либо кипяток. Не кипяток, это вода обычная. Сука, мультизаказ, рот его пришел. Так, а что там в мультизаказе у нас? О, у нее хороший, на самом деле, мультизаказ. Так, Чешо, погнали тогда в ту сторону. Не, ну мощно, конечно, потекло, мощно. Прям жестко потекло. Это у меня также течет, когда мне слоты не дают. Кстати, напоминаю о слотах. 1.6 на понедельник. Поймал, пацаны, 1.6 поймал. Смотрите. Сейчас покажу. 1.6 на понедельник поймал, смотрите. Ля, выловил 1.6. Поздравьте, пацаны. Кто-то хоть скинул 1.6. Ну, это, конечно, не 2.0, но... Я еще 3 дня на следующую неделю осталось, и все, мы работаем всю неделю следующую. Я уже переживал, что думал, вообще не будет, понял? Что вообще не будет. Ну, не. Фу-фу-фу. Повезло. W. Прям W. Так а что там? В смысле зажрался? Да почему? Это слоты, это смены. Мультизаказ — это два заказа сразу с одного заведения, либо с двух рядом.
Еще 3 дня поймать надо, пацы. Еще 3 дня. И все, я буду самым счастливым человеком на свете. W. Я доволен. Дайте мне Яндекс еду, и я отвезу шаурму через весь город с кэфом 2.0. И над твоим клиентским домиком разрыдаюсь чаевыми в карман, знаешь? Я так соскучился. Бля, надо песню написать. Дайте мне Яндекс еду, я отвезу шаурму через весь город и к тебе в ротик. Я погоду смотрю, но иногда не смотрю по-разному. 2.0 это большая, да. Чаевые раз в 3 дня, раз в 2 дня. Это не трэш-контент, что ты взял, что за глупости. Это песня. Ну, короче, я остался пока на 3 дня без кэфов. Остальные дни мы поймали. Но мне не нравится совсем, что это всего лишь 1.6. Мне бы, конечно, 2.0. Ну, 2.0 бы хотелось, конечно, по-хорошему. Что-то маловато. Так это мало, хочется больше. Культурный, да. Ой, да я тебя проеду, нахуй, короче. Давай. До полгода, нахуй, стоять. Не, мне каждый день не дают, брат. Это я поймал. Что, Зэ, где? О чем ты? 0.6 это очень мало. Что? Зэ, что? Мало, конечно, мне бы побольше. Звук хуже стал, но это из-за ветра, значит, я хз. Или потому что я быстро поехал. Короче, все плохо. Все очень плохо. Нужно больше денег. Да, нужно намного больше денег. Не, это мой брат, это мне зрители подарили. Я как придурок теперь просто думаю о слотах только, чтобы кто-нибудь скинул. Паш, если кто-то скинет, тогда я работаю. Если никто не скинет, я не работаю. Но пока я набрал только на 4 дня слотов. Привет. Рад видеть. Ладно, пока не наберем еще, едем дальше. Надо еще попозже посмотреть. ЗП капает каждый день за прошлый отработанный день за платные доставки и в среду за всю прошлую неделю за тарифы, доплату до тарифов. Я много раз в интеграциях. Давайте сейчас мы в ресторан приедем. Я как раз, у меня много людей все спрашивают в чате, я интеграцию проведу, заодно вам расскажу. Хотите? Поставьте плюсики, кто ждет интеграцию очень сильно. Поставьте плюсы. Кому надо знать все про Яндекс.Еду, поставьте. Как минус? Как, в смысле минус? Это хейтеры, наверное, минус пишут. 0.6 это ты получишь 1000 рублей, а 1.6 это ты 2000 получишь. Слот это плановая смена. Что такое хомяк? Это игра. Давно не было интеграции, вот именно. Ставьте плюсики. Давайте, 10 плюсов, и я вам расскажу все и вся. Сколько в частных хомяках? 776 тысяч. Ладно, все поставили плюсы. Сейчас я приеду, расскажу тогда это. Сколько там плюсов набралось в чате? 10, да? Ну все, сейчас приеду, расскажу вам как раз интеграцию. Количество курьеров плюс-минус ограничено, да. Богатые слоты ограничены, да, все правильно. Что 10? Я прослушал. 10 набралось, я же говорю, да, все. Сейчас приеду, расскажу.
А какие дыбы? Ты дорогу видел парашливую? Тут ездить невозможно. Какие дыбы нахрен? Тут бы не провалиться в расщелину, в ад не попасть, а ты мне говоришь про дыбы. Тут порой ямы, да, ведут, чтобы ты понимал, Ростов. Да, 14-я линия Ченцова. Ну что, ни одного слота нету на вторник, среду и четверг? Что за хрень? Где мои 2-0 кэфы? Почему 1,6 всего? Это мало. Не проеду. Нахичевань — это район. Это район Ростова-на-Дону. Блин, 0,6 это мало. И 0,8. О, 8 местечек. Лови мут на неделю. Ну как тебе инвайт на 8 мутов на неделю? Как я умею, видал? А ты умеешь так? Вот я думаю, нет. Понравилось? Как тебе инвайт на мут? Работает, да, братан? Понравилось? Ну, главное, не сбил уже, слава богу. О, привет. Спасибо, брат, спасибо. Главное, не сбил. Чего? Ну, я бы не удивился, если бы сбил меня. Вообще бы не удивился. Братан, они даже не смотрят, некоторые водители, а поэтому я не езжу между рядами, брат. Здорово. Здорово. Как работа? Так, сегодня слабо, да. Погнали, брат. За заказы примерно сколько? Вот у меня... Рублей 100 где-то. Погнали, брат, погнали, переходим. Удачи. Ему, не знаю, лет 5. Так, тут интернет, наверное, упадет, смотрите. Да я хз, кто это вообще. А, сейчас стрим упадет, кстати. Вот в этом месте сейчас упадет стрим. Надо было бабоновский его оформить, да? Сейчас интернет должен упасть. Пробочки по классике. Ждем выходные, и будет спокойненько. Можно будет уже кататься с кайфом прямо. Ой. О, сейчас покушаем, у меня же еда с собой есть. Что, упал уже, нет, не? Упал. О, поднялся на колени. С колен. Там, нет, там детская железная дорога. Детки катаются. О, видишь, детская железная. А где бы похавать сесть? Давайте тут и сядем. Тут толком не встать. Не, давайте там встанем лучше. Бонуска.
Не, бонуска в каждом городе своя. Зайди в описание канала, там есть срезка. Потестируй. Блядь, где встать? Рот ебал я, блядь. Парковка конченная, нахуй. А, вон там встанем, поехали. Я покушать хочется, блядь. Ни одного места нормального, рот ебал нету. Че говорил? Братан, в описании канала можешь протестировать город, посмотреть, какая у тебя ревка. Там все есть, братик. Залетай в описание. Не, дети меня не смотрят, слава богу. Я надеюсь. Жрать захотелось, пиздец. Это не пешеходный переход. А, ну все, наверное, это он и есть. О, спасибо, что смотришь, брат, спасибо. О, да. Спасибо. Да, больше снеги развернуться, блядь. Да. Как вкусно, парни. Спасибо, спасибо. Как же вкусно. Держи. Почему не помещение? Прошу на улице, брат. О, тебе тоже приятно, братишка, спасибо. Раньше так и было, постоянно отменяли. Соус, не знаю. Какой-то вкусный соус. Зачем уходить? Во время линии хавай, да и все. Да, это дядя Фрэнк. 200 рублей. Да, был. Зайди в описание канала и протестируй свой город по ссылке Краснодар. И узнаешь. В описании все есть, читайте, изучайте. Новому курьеру нихуя не заплатят. Это только я даю бонуску, потому что просто я ревку получаю за тебя и все. Тебе так нихуя не дадут, все устроишься. Только если по ревке устроишься. Просто я ревкой делюсь, да и все. Знак уважения. Боже, как вкусно. Как вкусно. Дадут. По моей ревке. Что тебе еще показать? Мусорки тут нету, как назвал. Хоть одна бумажка была. Блядушка. Пусть-то было.
Попу? Нет, не покажу попу. Вопросы какие? Фу. Олег, что ли? А я смотрю, машина знакомая, родной. Здравствуй, здравствуй, родные. Да, я же тоже приехал за двумя заказами. В Анатолию, в Анатолию. Пришел бабы Рома перекусить, понял? Отдохнуть хоть. А ты куда? Какими судьбами? А, уже тут? Ты ж там тогда. Я помню, видел. Или вас местами могут менять? А, я понял. Ты только приехал? А, за заказом? Ну давай, родной, паркуйся, паркуйся. Сейчас будешь мимо проходить же еще? Нет, я зайду скоро. А, ну давай, хорошей смены тебе. Долго будет? Да я вот, у меня, пойди, готовы уже должны быть. Я просто заберу и поеду. Хорошего, хорошего дня тебе, братик. Регистратор работает? Да, как же. Давай, родной, хорошего дня. Наш человек. Это мой братик. Дай, Господи, ему здоровья. Ой, какая же она вкусная, Господи. Обычно сестричек не нету. О, лучшая вода в мире. После того, как ты поел, самая вкусная вода — это самая обычная вода, потому что она самая лучшая по вкусу. Боже мой. Боже мой, это оргазм воды. Имба реально после вкусной, вкусной. Что ел? Ланч ел, брат, ланч. Вкусный ланч. Так, вроде заказы готовы. Ой, все с напитками, как назло. Здравствуйте, подскажите, по заказам... Внутрь заходить, да? Да. Ага. Здравствуйте, а подскажите, по заказам это кому обратиться можно? Два заказика. 810 и 790. Какие-то тут кому? Это на 810. Так, 810. Код 67. Так, это 810 был. 790. И 790. 59. Белым диском это 790. Угу, хорошо, спасибо. Хорошего дня. До свидания. До свидания. О, братанчик на Минако. Так. У сумки размер... Да проще загуглить, как будто бы. Я хз, брат, честно. Я с рулеткой просто ни разу по ней не ходил. Я думал, лучше загуглить. Она вообще небольшая. Ну, дай бог, по 50, по 40, по 30, по 40, по 35-45 сантиметров, я думаю, размеры. Не более. Ну, на глаз, если прям. На глаз, если прям, брат. А без глаза не могу сказать, непонятно. Так, я так понимаю, сейчас мы опять интернет потеряем, да? Ну ладно, поехали. Нет, кроме банана у меня больше никого нету. Нет, только такая, брат. А, вот, 40 на... Да, да, вот, 25 на 40, да. Ночью? Не, ночью нельзя. Ночь
ищу, только в Яндекс.Лавке, в Яндекс.Доставке. Так она маленькая, по сути. 50 там нету. Прикреплен к одному складу в Яндекс.Лавке и в радиусе 2 километров доставляешь. А в Яндексе где по всему городу, брат? Поехали там дальше. Поехали. Да. Я бывает, когда пиццы беру, мне тоже грустно от этого становится. Переворачиваю, я вчера гайд показывал, как носить сумку. Переворачиваю, конечно. А бывает и не переворачиваю. Перегородку выше ставлю и сверху пиццу. Можно еще так. Не, Яндекс мне рекламу не платит. Мне никто не платит, просто я за заказы получаю все. Да. Я получаю только за заказы деньги. Баннер? Ну, чтобы тебя привлечь по моей ревке, с тобой ревку попилить и быть самыми счастливыми людьми на свете. Ты станешь моим слоном, моим коллегой. Мы даже можем, если в жизни встретимся, обняться. Если очень надо, прям как братья. Твоя свояка видит издалека. Максимум только щеки целоваться, как свояки можем. Больше нельзя. Это ревка просто, брат. А баннер сделан для того, чтобы тебе было приятно глазу. Чтобы было больше доверия. Вот и все. Психология, братан, психология. Мошки в рот любят залетать, это пипец какой-то. Не жарко, брат, все хорошо. Терпимо. Ну сегодня... Да ладно! W. Ну скажите быстро. Лыжи! W. То оригинальные эйры постоянно нахожу, то айфоны, теперь еще и лыжи. W. Казино? Не поверишь. Очень прикольно. Я настолько целевая аудитория Марка. Зайди к нему сейчас на стрим, посмотри его рекламный баннер. И найди 5 отличий от моего баннера. W. Ой, бля, как вернуть камеру? Попробуй найти пару отличий. Не найдешь. Ну, найдешь, понятное дело, но не полностью. Видишь, требуха. А, ну когда мы не забрали эти лыжи, ну да, да. Так, а тут не кирпич хоть. Не, нормально, поехали. Не, это не кирпич был. Все нормально. Я на Хичевань, 5-я линия, по-моему. А, 4-я, извиняюсь. 4-я линия.
откуда их столько? Заспавнились. Жесть, ну и заспавнились. К бывшей твоей заехать? Зачем? А, на Левенцовке у вас там офигенные помойки, кстати. Я там все себе Nike оригинальные нашел. Может, даже ты выкидывал. Хаты полтора года назад, братан, вы лучшие. На Левенцовке живут миллионеры, как будто бы, судя по вещам, которые выкидывают. Да, бою. А район охуительный, богатый очень. На удивление богатый, хотя это муравейник тоже по сути. Но мне, кстати, я был бы не против там пожить. В принципе, там уютненько. Ну, ростовская а-ля Рублевка, только не Рублевка толком. Хотя там есть и Рублевка рядом, да, частный сектор. Очень даже рублевый. Блин, 1,6 кайф, какое же дерьмо. Как же хочется 2-0 обратно. Ну да, сегодня немного. Квартира стоит от уже минимум 3,5 Левенцовка. Минимум. Если не 6, да, если не 5. Здравствуйте. Привет. Это мой велосипед. Почему ты у них спрашиваешь? А что ты у меня можешь спросить? Это мой велик, это мне зрители подарили. Он стоил 65 тысяч. У меня и плюс аккумулятор. А что ты у них спрашиваешь? У меня спрашиваешь. Это типа ты меня не уважаешь или типа обиделся на меня? Почему ты у них спрашиваешь? Ребята, что он у вас спрашивает, а не у меня? Что за хрень? С каких пор это у меня нельзя спросить, я не понимаю. Брат, ну если ты обиделся на меня на что-то, скажи тогда, если ты со мной почему не хочешь общаться напрямую. Я прям чувствую какую-то это. Между нами. Я между нами чувствую какую-то эту теперь. Ну как эта штука называется? Как они больше знают? Я больше знаю. Средний доход в день у меня лично. В описании залетай в ТГ, подпишись на ТГ, там отчеты мои выкладываю каждый день. Если хочешь протестировать свой город, сколько в твоем городе заработок, тоже в описании ссылка, можешь город протестировать и сумму ревки. Можем с тобой попилить денег, если захочешь. Но в старом фонде не надо. В старом фонде не надо. Что такое старый фонд? Это тараканы вот такие будут. Дети орущие. Старые какие-то люди непонятные, которые будут... Обязательно к тебе приставать. На Ленцовке однушка, ну лучше на Авито зайди. Старый бог. Какой нос? Мой нос? Там козюли, наверное, до сих пор торчат. Новый фонд, это не обязательно прям человек. Ну вот такой домик купить хотя бы, вот. Сколько такой стоит. Ой, соседи какие-нибудь галимые попадутся, не дай бог. Нету тараканов, удивительно. Я тебе рекомендую именно его брать. Если именно Куга Кирин V3 Pro, то это хороший аппарат по сравнению с моим. Блядь, я поняла, какая там мразь залетела. Такой минимум лямов 15, да. Я хз, откуда такие деньги брать. Вот бы, ничего, когда-нибудь ко мне зайдет популярный этот богач, плохой парень, и закинет мне 20 миллионов рублей. Но он, правда, не сможет это сделать, потому что у меня нет донатов, поэтому... Я никогда себе такой дом не куплю. Так и живем. Ну ладно, это шутка была. Что-то попало, сука. Я знаю, шансов вообще ноль. Но я и рад наоборот, потому что я всего сам добьюсь. Я всего сам себе куплю. Вот я тоже фармлю мамстера. Блять, какого мамстера долбать? Хамстера. Тоже фармлю. У меня 770 тысяч в час на хамстере. Интересно, когда мамстера выпустят? Мамстера дотера. Как я придумал, лих.
Мастер, мамстер. Че я ору так с этого, не знаю. Так хорошо на душе стало сразу, про мамстера вспомнил. Спасибо, брат, давай, тебе тоже хорошего дня. Звездочка, звездочка, звездочка. Пока просто кликер. Почему донаты не прикручу? Потому что у меня, во-первых, мне не нужны донаты. Я не для этого стримлю. Во-вторых, у меня есть кнопка баннер вместо доната. Это фонды. Фонды. Фонды, куда поддержать можно. Ну, других людей, ну, кто нуждается. И просто потому, что я, ну, реально сам всего смогу добиться. Поэтому я отключил. Там кто-то за мной едет, правда. Не вижу, где. Сто десять килограмм, ну, километров на 40 где-то, 40-50 где-то примерно. Нету рекламы, ребят. Это не реклама. Не, не коплю. Сейчас, кстати, возможно, интернет отвалится здесь. Ой, шикарно. Стрим не упал, все хорошо. Да, город у нас очень симпатичный, это правда. На Чкаловске лучше не ехать, на Северном. Там реально могу не выйти. Вечером где-нибудь на Чкаловском. В подворотне. Мы были на Нахичеване, брат. Район так называется. И вообще какие-то странные вопросы неуместные, без обид. Без обид, не задавай такие странные вопросы. Эти два аккумулятора, да. Да это мало заработки, очень мало. Должно быть больше, мы сегодня филоним сильно очень. Я и проспал сегодня. Так, сегодня по фану катаюсь. Блядь, я... Бля, забыл кое-что делать, вот я долбоёб. Из-за стримов постоянно все забываю. Чёрт. Вот чёрт. Интересный случай. Да, что интересно было? Не, педали у меня выключены. Мама? Нет, такое мне не говорили. А может, и говорили, ХЗ. Не помню. О боже, что это?
думал, это ребенок. Оказалось, это не ребенок. Такая картонная коробка. Не часто, к сожалению, еду приходится оставлять, увы. Было бы неплохо, если было бы часто, но мне тут не нравится парковаться. Хотя какая разница, в принципе. Чуть-чуть вот так только, подожди. Вот так чуть-чуть хотя бы. Проработал на скутере. Ну, на скутере я работал. А что там думать? Ну, так же бабки зарабатываешь, катаешься. Какая разница на чем, в принципе. Не, нереально, он очень тяжелый. 42 килограмма. Это как меня поднять. Я книжки не читаю, не задавайте странные вопросы. Почему я вообще должен книжки рекомендовать? Опять 100 тупых вопросов стримеру или что происходит опять, ребят? На скутере, что на скутере, что? Ну какая разница, на чем работать? Короче, не заряжается, я понял, надо. Сейчас, секунду, вопрос надо. Хотя нет, завтра. Так, сколько там? 6:30. Пораньше сегодня домой пойти, может, или продлиться. Сколько там время? Мне осталось, если так. А, вижу. Ага, продлим такую минуту. На культиваторе. Топ 100. Ого! Топ 100. Обалдеть. Нет, лучше по моему баннеру предлагай. Это будет приятнее намного. А ерунду всякую мы осуждаем. Самые штучки — это вот в Яндекс.Еде работать. Что, лучше? Не, еще рано заказы добавлять, братан. Еще пока рано. Это мультизаказ, потому что мы везли. Я пауэрбанк достал просто для второго телефона. Вот думаю, куда же его положить теперь. Сюда, если у меня штаны спадут. Хотя придется сюда, наверное. Боже, сколько пауэрбанков, господи. Пихать их некуда, эти пауэрбанки дурацкие. Тут еще и бумажники, пауэрбанки, то и все. Да, вот в этом. Вот в этом, который за мной большой. Ого. Вне школы, братан, да. Я отучился, 9 класс. Да. Как раз вот закончил 9 класс, вот работаю, подрабатываю, брат. Все правильно. Я уже взрослый, уже в 10 классе буду учиться. Здравствуйте, а я к вам. Ну не прям к вам, а в квартиру, да. 58-я, еда, спасибо. Выпускного года.